Всем привет! Сегодня мне бы хотелось продолжить разговор о различных нарушениях движения глаз, и я бы хотела поговорить еще о такой штуке, как лагофтальм. Лагофтальм или неполное смыкание век связано, как правило, тоже с повреждением нервов или ядер этих нервов. Несмыкание век связано, бывает физиологическое, бывает патологическое. Иногда мы можем видеть у маленьких детей, что во сне веки не полностью закрываются. Но это не ведет к каким-то нарушениям. Глаз при этом не сохнет, не краснеет, чувствительность его не снижается. И в такой ситуации мы просто говорим о том, что это физиологическое несмыкание век, которое лечения не требует и просто пройдет само по себе по мере роста ребенка. А если же мы видим, что глаз не закрывается ни во сне, не в покое. И более того, если человек не может самостоятельно, принудительно закрыть глаз, когда он пытается зажмуриться, у него глаз все равно не закрывается или закрывается не полностью. И мы видим асимметрию при зажмуривании, то есть один глаз у нас хорошо так зажмуривается, а другой по каким-то причинам нет. Вот здесь мы говорим уже о патологическом состоянии. А чаще всего это какие-то либо травмы в области лицевого нерва, либо травмы в области или какие-то патологические процессы в области ядер лицевого нерва. Это опять же стволовая симптоматика, то есть все находится у нас в области ствола, эти ядра. Наиболее частые проблемы возникают при каких-то травмах в области уха. На самом деле, потому что веточки лицевого нерва у нас выходят примерно там же, где у нас находится, ну, чуть ниже виска, в районе скулы, грубо говоря. Вот. И если у нас произошла там какая-то травма, мы сильно ударились, там, или был какой-то перелом, вот, или, не дай бог, там возникло какое-то новообразование, оно может вызывать повреждение веточек лицевого нерва и приводить к тому, что у нас нарушается мимика. В первую очередь обращают на себя внимание, это съехавший угол рта, так называемый. То есть, когда у нас один угол рта нормально смотрит или наверх при улыбке, а второй опускается вниз и никак не работает, не двигается. Соответственно, вся мимическая мускулатура в этой ситуации, она будет в той или иной степени задействована. То есть у нас на пораженной стороне будет снижение всех вот этих мелких движений, которые мы можем увидеть. И в том числе будет изменяться работа век. Вот, глаз будет не полностью закрываться, нижнее веко может начать, грубо говоря, отвисать. Ну, получается, будет ощущение, будто у вас глаз на пораженной стороне гораздо больше открыт, чем на непораженной. А почему это плохо? Ну, помимо того, что это, в принципе, говорит о нездоровье, помимо того, что это симптом более серьезного нарушения, это еще и приводит к тому, что сам глаз начинает болеть. Поскольку лицевой нерв у нас содержит и двигательные, и чувствительные волокна, то у нас снижается чувствительность в области поражения этого нерва. Таким образом, человек, который имеет вот эти повреждения лицевого нерва, он не только не может закрыть глаз, и глаз начинает сохнуть. Проблема еще возникает в том, что он не чувствует, если в глаз что-то попадает. Поэтому очень опасно у таких людей оставлять их без осмотра. Они могут не почувствовать, что им прилетело какое-то инородное тело в глаз, если оно маленькое, там какая-нибудь песчинка, соринка, они ее не ощущают, либо чувствительность сильно снижена. Плюс снижается выработка слезы, вот, соответственно, глаз еще и плохо омывается. Все это приводит к тому, что он начинает краснеть и сохнуть. А сохнет он не просто так, у него нарушается метаболизм роговицы. И вот это уже большая проблема, потому что роговица начинает мутнеть, и уже снижается вторичное зрение. При этом вот эти снижения зрения, они не корректируются ни очками, ни контактными линзами. Единственное, чем могут нам помочь в данной ситуации контактные линзы, это тем, что они, грубо говоря, ставят барьер между роговицей и окружающей средой. И таким образом мы можем какое-то время сохранять роговицу во влажном состоянии. Что в такой ситуации делать? Первое, если вы заметили острое возникновение такого симптома, как не закрывается глаз, это, естественно, вести человека срочно-срочно к врачу. Причем можно даже сначала к офтальмологу привести, офтальмолог посмотрит, скорее всего, даст вам направление к неврологу. Вот, невролог дальше со своей стороны будет разбираться. Как правило, здесь надо исключать либо повреждения новообразования или еще какие-то проблемы на пораженной стороне в области корешков в области веточек лицевого нерва. Вот. Либо мы дальше делаем МРТ и смотрим, нет ли каких-то повреждений в области головы и ядер лицевого нерва. Как правило, такие проблемы характерны чаще всего для инсульта у пожилых. Вот то, что везде во всех там брошюрах пишут, обращайте внимание на мимику. Вот эта мимика, это как раз характерная для инсультов повреждения на уровне лицевого нерва, ядер лицевого нерва. Вот. Ну, естественно, это могут быть кровоизлияния, это могут быть, опять же, травмы, это может быть какой-то онкопроцесс, либо это какие-то неврологические синдромы другие, при которых повреждаются различные нервы, например, при рассеянном склерозе такое может быть. То есть это большая проблема, ну, маленький симптом большой проблемы, вот, с которой мы должны обследовать человека полностью. Вот. Естественно, в такой ситуации что можем мы сделать здесь и сейчас как офтальмологи и вообще как вот родственники, как какие-то люди, которые могут помочь. Первое, что мы можем сделать, это дать увлажнение. Глаз, который не закрывается, он не увлажняется, поэтому любые увлажняющие капли, гели в этой ситуации нам будут как средство просто вот помощи, средства гигиены и поддержки. Вот. В данной ситуации что-то сделать с веками сложно до полного обследования, но мы хотя бы можем увлажнять все это. Опять же, там блефарогель можно на веки наносить, чтобы края век меньше сохли. Вот. На глаз можно наносить увлажняющие капли, там, аналоги натуральной слезы, какие-то корнеопротекторы, любые, какие есть у вас в доступе и в продаже. Вот это все поможет сохранить роговицу. Когда мы полностью обследовали пациента, поняли, что да, вот у него был инсульт, прошло какое-то время, он полечился, все хорошо, но глаз продолжает не закрываться. Что тогда делать? А в этой ситуации мы тогда можем провести блефаропластику. На самом деле, вот если у нас понятно, что никаких дальнейших манипуляций с человеком не будет, у него там нет онкологии, он не будет проходить химиотерапию, лучевую терапию, вот у него закончился острый процесс в голове, там, инсульт прошел и так далее, мы можем приступать к реабилитации. Блефаропластика может быть двух вариантов. Можно подтянуть, грубо говоря, нижнее веко и сделать так, что глаз снизу чуть лучше закрывается, а можно приопустить верхнее веко. В такой ситуации в верхнее веко вшивают маленькие золотые грузики, которые помогают это веко опускать. В такой ситуации глаз, соответственно, меньше сохнет, меньше краснеет, и это помогает нам сохранить роговицу. Это не отменяет увлажнение. То есть пока мы дойдем до этой стадии, когда мы можем провести реабилитацию, мы должны проводить постоянное увлажнение. Причем это не фигура речи, это действительно постоянно, каждый день, там, каждые 2 часа человек капает капли или закладывает какие-то корнеопротекторы. Вот, и, естественно, дальше у нас длительный процесс реабилитации будет. Постепенно, как правило, если нет грубого повреждения нервных волокон, лагофтальм может самостоятельно уходить, но на это потребуется очень много времени, и, соответственно, не факт, что он уйдет полностью. Как правило, частично все-таки это сохраняется, даже на уровне просто асимметрии зажмуривания. То есть вроде глаз полностью закрывается, капли мази можно отменять, но вот мелкая симптоматика, ее можно еще очень долго увидеть, иногда это сохраняется и на всю оставшуюся жизнь. Вот. Так что к таким моментам важно относиться с полной серьезностью, вот, поскольку они не являются самостоятельной глазной патологией. Но в качестве именно добавки, в качестве реабилитации мы можем делать что-то и с глазами, и с веками. Вот. Я также надеюсь, что никто из вас с этим не столкнется, вот, и будет здоровым.